Сдать анализы, получить результат и проконсультироваться у специалиста обычно занимает не один день. Сделать все и сразу возможно, посетив врачей мобильной бригады научно-исследовательского клинического института детства, которая регулярно приезжает в муниципалитеты Московской области. На этой неделе мобильный комплекс «Ники детства» приехал в Щелково. Гастроэнтеролог, пульмонолог, нефролог, аллерголог, кардиолог, эндокринолог, специалисты УЗИ и ЭХКГ провели прием маленьких пациентов в поликлинике номер 3 Щелковской городской больницы в микрорайоне Чкаловский. Проконтролировать хронические заболевания или выявить возможные патологии и направить на дальнейшую консультацию в Монике или Нике детства – главная задача врачей. Очень много детей сейчас в последнее время стало именно с патологией почек. Является случайной находкой при проведении медосмотров, да, диспансеризации, или очень много сейчас врожденной патологии у детей. Какие советы родителям, сразу хочу сказать, да, проходить периодически медосмотр хотя бы раз в год, то, что рекомендуют педиатры на местах. Почечная патология – это такая особенность, что никаких жалоб чаще не предъявляется ни со стороны детей, ни со стороны родителей. А при медосмотрах, при диспансеризации очень часто выявляется и на УЗИ, и изменениях в анализах. Более 100 детей посетили узкопрофильных специалистов, прием которых организовала администрация Щелковской городской больницы. Направление дал терапевт, обследование кров, УЗИ. Все проходили. Хорошо, что специалисты из МИТИЩИ приходят сюда, забирают все на месте. Очень удобно, нам не надо в Москву ехать. Врачебный десант позволяет быстро и рядом с домом пройти обследование, отслеживать состояние пациентов, корректировать лечение. График мобильной бригады расписан на месяцы вперед. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.